Погоди, а кто им помог, кстати? Секундочку. Это мама помогла, офигеть! Это мама им помогает! Хорош, воссоединение с семьей реально близко, ребят! Офигеть! Уэнсдей! Что ты делаешь? Я хотела стать звездой кино! Дочка вернулась! Меня обманули! Дед, ковыряй стену дальше! Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть различные ролики от крутого папы. На этот раз, ребята, Папа Зэк, 9-я серия. Напомню, что в 8-й серии, наконец-то, мама-киллер появилась, и она жива! Это вообще имба! Возможно, мы даже ее здесь увидим. Обязательно поставь лайкосик, залетай в Телеграм. Все, приятного аппетита, бро! Папа Зэк на зоне человек, Папа Зэк серьезный человек, Папа Зэк порвет за чебурек, Папа Зэк. Блин, какой вкусный чебурек-то, ё-моё! Так что, возможно, у нас... спорт. Осуждаем. Не надо, ребята, не рекомендую. Поучительная 100% серия, ребятки. Ля, ну что такое? Короче, воссоединение семьи 100% будет. Мама, наверное, вернется в семью. Поглядим, как это будет. Да я смотрю, тут второе! Что от меня надо? Второе воссоединение семьи, возможно, даже будет. Ля, сынок. Опа. Тупой коп. Попей водички, полегчает. Мозес, это что такое? Мося, пора сказать тебе правду. В смысле? Погоди, не понял. Он до сих пор не знает, что он его отец? What? Я твой папа. О, папай! Не знал, что шпинат такой полезный. А то! Вот помню, на войне мы с товарищами любили подкрепиться шпинатом. Он поднимал бойцовский дух и делал нас сильнее. Но у него было побочное действие. Живот надувался и выходили газы. Мне ну куда же без этого? И обратить эти минусы в плюсы. Поев шпината, на его пердежной тяге мы залетели прямо в тыл ничего не подозревающего противника. За это нас прозвали пердежный десант. О, господи. Фу, Майк, дед с каждым разом, конечно. Работаю на скачках. Убираю лошадиные какашки. О. Скачки, шпинат, ставки на спорт. Ну, и это не надо. Идея. Может, хватит криминала? Заткнись, старый. А кто сериал-то будет снимать? Ты шо, оператор? Ё-моё, шкип... Под залог вашего дома мы можем выдать кредит 10 тысяч рабаксов. Там мне просто... это... гром начался, ребята, дождик. Мы согласны. Предупреждаю, что в случае неуплаты... Да-да, гони рабаксы побыстрее. Капец, они походу еще и хату просрут. О, нет. Хочу сделать ставку на конные скачки. Сколько? И на какую лошадь? Короче, они все потеряют, спойлер. 10 тысяч рабаксов. Офигеть! 1000 икс. На белого Меркурия. Вот это не зря. В случае победы вы получите 10 миллионов рабаксов.
Шикардос! Да-да-да-да-да-да! Вот придурки! Этот конь еще ни разу не побеждал! Мы ставим 1 000 000 робаксов на демона! Самый скоростной конь Роблокса! Так! Энерджи Дринк! Ух ты, ёшкин кошкин! Фига там, блин! Нормально! Вот, вот это надо было! Какашки продавать! Майк, удобрение! Накорми шпинатом белого коня! Ух ты ж, блин! Чё, реально сработает? Ёшкин кошка! Ой, Меркурий, что с тобой? Так, а скоростная тяга сейчас будет, не? Внимание! Так, и что, сейчас Агари Need for Speed будет, как на Нитро? Ускорители сейчас он. Да ёшкин кошкин, бедный конь! Меркурий отстает уже на полкруга! Ух ты ж, ёж... Да ну! Но победил Меркурий! Мама киллер! Она опять здесь! Да есть же, друзья, да есть же, боже мой, понимаешь, с каждой серии наконец-то, блин, она будет появляться, это просто имбово. Мама, ну что ты там следишь? Что такое? Сынок, так, чё? Заберем выигрыш, купим тебе новую тачку. Чё-то мне здорово, кажется, что выигрыш не дадут. Верните наши 10 миллионов робаксов. Да, конечно. За выигрышем пройдите в ту дверь. Хрен вам, а не выигрыш. Да ну! Это что за звуки? Ща узнаем! Фига, дед! Срочные новости! Из местной тюрьмы сбежал опасный преступник Дэнни Трехо! Наши ребята хорошо поработали! Дед, ну чё, кто там? Не вижу. Да ладно. Фёкла. Я Уэнсдей. Офигеть, Уэнсдей. Что ты делаешь? Я хотела стать звездой кино. Дочка вернулась. Меня обманули. Дед, ковыряй стену дальше. Тараканьи бега. Дэнни, братишка, лови Блокси! Теперь ты с нами в клане Сопрано! Чё? Ставки на спорт, да? Осуждаем, осуждаем! Ставлю вон на того таракана! Блокскоины принимайте! Это же наши деньги. Дэнни, опа, приступай к работе. Сынок, ну
сколько можно? Одумайся! Извините за беспокойство. Капец, что тут намечается-то, блин? Эпичная серия! Погоди, а кто им, кстати, помог? Сынок, пора браться за голову! Да, пап, еду поступать в колледж! Молодчина! Гони флешку, падла! Жми на газ! Жесть-то какая! Офигеть! Чё, блин, происходит? Это просто жесть какая-то! Погоди, а кто им помог, кстати? Секундочку! Это мама помогла, офигеть! Это мама им помогает! Хорош, воссоединение с семьей реально близко, ребят! Слушай, это имба, это просто имба! Офигеть! Ладно, серии становится все интереснее и интереснее, посмотрим. Возможно, кстати, уже будет скоро конец, ну, первого сезона. Ребят, на этом все, обязательно поставь лайкосик, залетай в Телеграм, уведомление плюс расписание, бай-бай, дорогой братишка!